Полевой город Оренбург. Кукуруза. Гибрид Falcon. Сегодня 35-й день после обработки Illumis в дозе 1,5 литра на гектар. Так выглядит кукуруза. Так выглядят сорняки. Сорняки у нас в основном здесь просянка, марь, щирица, молочай. Тридцать пятый день после обработки. Так выглядит кукуруза. Сейчас перейдем на абсолютный контроль. У нас контроль. Здесь сорняки у нас. Щирица, марь, просо куриные, молочай, юнок. Так выглядит кукуруза у нас. Тридцать пять дней после обработки.